Привет и добро пожаловать на канал Ксения Тильви «Тель-Авив. Стиль жизни». Сегодня мы с вами поговорим о том, что я только что снимала ASMR-видео секунду назад на иврите, на свой ивритоязычный ASMR-канал. И только выключила одно, сделала там и начала с вами разговаривать, потому что, во-первых, у меня здесь есть парфюм, новый для мужа прикупила. У него до этого был, у него много было парфюмов от «Дизель». Значит, это Дизель Bad. Еще есть Bad Intense. Что лучше? Тот более сладкий, чуть менее сладкий. В общем, они такие сладко-древесно-свежие. Классно, рекомендую. Он стоил... Это 120 мл. Он стоил, так, 280 шекелей минус 50. Там какая-то скидочка была, фиг с ней. Что классно, что это 125 мл, потому что мой муж... Покажу вам еще раз. Умывается духами, причем иногда даже разными в один и тот же день. Иногда из качалки идет что-то на себя, в машине выливает. Короче, парфюма надо много. И я не люблю, и он тоже не очень. Вот он как бы, знаете, он раньше любил, сейчас вроде тоже, но ему так это надоело. Это как любимая вещь, которая тебе надоела. Вот эти все свежие парфюмы мужские. Вот эти классическое, такой, знаете, спорт элегант, то, что называется. Классическо-спортивно-свежие. Хватит, хватит мужчины душиться этой парикмахерской, хватит, ищите другие ароматы, могу порекомендовать. Дизель целая куча, сейчас вышел Босс какой-то новый тоже, вот с такой коричневой крышечкой, такая у него закрывашка это коричневенькая, и там жидкость тоже, если я вам, нет, я забуду вам ссылку оставить, короче, вышел Босс новый, вот там жидкость такая, как коньяк, написано Босс на бутылке, и прозрачный и коричневый, такая пимпочка, их не выходит много мужских, найдете. Он еще более легкий, чем этот, он в эту же сторону, но он более легкий, чем этот, он такой, знаете, больше, тоже сладковатый, но для тех, кто еще не готов к этому. Так, на улице я вам сняла наряд дня, который был, ну нет, это черная майка была, там было еще много чего другого, вот, сняла, монтирую, и всякие разные отрывки пуримского гуляния тоже сняла, потому что сейчас у нас Пурим, и что еще, да. Да, из-за чего мы здесь все собрались, не из-за Пурима, не из-за духов. Если вы ищете хорошие брюки, вот такие прям, знаете, конкретно хорошие брюки на лето, с хорошим составом, чтобы не было там, даже многие не любят вискозу, я к вискозе отношусь неплохо, смотря где и за какую цену, значит, чтобы не было там какого-нибудь полиэстера, еще чего-то этого, того, я нашла вам что-то классное. Я нашла вам что-то классное, себе тоже нашла, прикупила сегодня. И еще одни такие же заказала. Нет, не такие же. Эту же модель, но другого цвета, такие более светлые. Значит, Crazy Line by Sigal Dekel. Я их мерила, поэтому они расстегнуты. Мне они стоили что-то 200 шекелей. Не суть важно. Значит, состав такой. Состав у них такой, что просто замечательный. У нас здесь 55% лен, 45% хлопок. Я не люблю 100% лен, потому что он очень мнется, он очень не это. То есть я люблю, как он выглядит, но я не очень люблю вот это вот все, что он растягивает. Он слишком он природно живой такой. Короче говоря, вот такие вот брюки, они должны быть слегка спущены. Лен и хлопок. Здесь, видите, как застегиваются тут. Они должны быть застегнуты, пуговицы, но они все равно должны быть видны. Большие такие пуговицы. Видите, я одну застегнула, должны быть застегнуты, по сути, все, и будут видны все. Да, вот так, здесь клепочка, здесь так это. Сидят они, куда натянете, можно повыше, можно пониже. Так, на попе сзади у нас сделаны, как обычные, видите, не знаю, видно, подкроенные джинсы. Смотрите, как хорошо камера-то снимает, а? Баланс белого просто идеально держится. Ничего не выпадает, ничего нет. Ах, красота. Смотрите, что. Кармашки здесь спереди тоже карманы. Штанина у нас идет вот такая. Здесь, видите, шов сзади идет. И сейчас вам покажу. Видите, здесь подкроено тоже. Сзади, спереди, да. Спереди оно подкроено под коленкой полукругом. Сзади. Давайте рассмотрю. Видно вам? Здесь так, а здесь вот полукругом. Короче говоря, люблю, когда брюки сложно скроены, а здесь они скроены сложно. Тут идет
Шов, он не идет, правда, не от попы, да, вот как вам показать, вот это попа, карман, да, здесь идет ровно, а здесь, видите, идет вот эта штука подкроена, идет вот шов. Очень люблю сложно скроенные брюки, состав замечательный, материал тоже, видите, он слегка такой, как мелко помятый, заранее сделан. Короче говоря, замечательный. Я такие еще там нашла серые, вернее, началось все с серых, но серых не было 38 размера, я пыталась влезть в 40, я в него влезла, причем влезла так, что он конкретно с меня снимается и прям слетает конкретно, и нафиг это не надо. И нет, вы знаете, я бы взяла 40, потому что у меня есть от нее брюки 40, но из-за того, что они, видите, вот здесь вот такие карманы, вот здесь такая широкая часть, оно должно быть слегка приспущено. Вот эта широкая часть, она на большом размере, когда оно сидит не по бедрам, а чуть оверсайз, оно делает жопу больше. А у меня нет проблемы с объемами бедер. Они у меня, слава вселенной, 95 сантиметров. Вот. Что здесь, что там. Вот. Талия, а вот, да, тут 95. Тут 95 и там, знаете, 95. А талия 63. Вот так и живем. Что я говорила, да, и большой размер, он не только садится слишком низко, он еще как-то мне, ну, он не выглядит красиво оверсайз, он смещает линию вот этого бедер и делает жопу еще больше. Берите их по размеру, и размеры у них маленькие, то есть у меня могут сесть брюки 36 размера. Вопрос, на какое место они садятся, как высоко, если в них стрейч, потому что если оно садится здесь, где талия, на мне может на жопе растянулось, да, на талии сошлось, и 36 замечательно, но если это, здесь нету стрейча, здесь нету стрейча, и оно должно сесть где-то по бедрам, 38, и поверьте мне, у меня попа не маленькая, поэтому если вы обычно это вот берете 38, и как бы вам, берите 40, вам будет нормально, я так думаю. И максимум вы всегда можете, если там, ну, через сайт заказываете, да, их максимум в магазине всегда можете поменять. Но я заказала вот серые еще такие 38, в магазин придут, а потом думаю, ну, можно на сайте, по сути, купить. Не суть важно. В общем, хорошие базовые брюки на лето. И здесь вот интересно сделаны. Еще мне понравилось то, что есть шлевки. Можно вставить хороший, нормальный шунит какой-то, знаете, вот этот микроскопический, такую сапелечку протянуть, который-то нормальный можно. Я люблю брюки, куда можно вставить нормальный такой ливайс ремень, знаете, такой ремень, подоткнуть туда маечку, чтобы все было так конкретно, ботиночки одеть, чтобы был такой нормальный лук. Я не люблю вот это, когда ты пытаешься в брюки засунуть нормальный ремень, и вот это выглядит вот так, шлевки распирает, и потом ты уже психуешь, и пытаешься найти какой-то ремень, который более тонкий, а его найти тоже на... Вы меня поняли? Нормальные шлевки, нормальные брюки, замечательный состав. Полная цена у них 290 шекелей, 25% сейчас скидка. Еще светленькие ко мне идут. Не ко мне, а в магазин. Все. Вот, что еще? Дальше смотрите продолжение наряд дня. Всякие вырезки прикольные с Пурима. И все, спасибо за внимание. Не забывайте поставить лайк, написать, что вы думаете по этому поводу. И вообще-то, загляните ко мне в Инстаграм, Ксения Тель в Инстаграм. Все, пока-пока. Посмотрите на эту собаку. Пуримские гуляния просто в самом разгаре. Какая прелесть. Это только так, знаете, одна из точек сегодняшних. А тут, смотрите, киоск нарядился. Это вообще киоск с кофе.
Но он нарядился сегодня в киоск, который продает лотерейные билеты. Прикольно. Эти идут сюда же.